А еще у нас живут замечательные люди, которые даже окна своей квартиры готовы нарядить, чтобы создать у проходящих под ними людей праздничное настроение. Авторов самых интересных украшений отметили в Мурманске. Народным голосованием определили 5 победителей. Второклассница Марина Сурядова вместе с мамой приехали в Мурманск из Варзуги. Повод радостный. Среди более чем 500 работ, которые поступили на конкурс «Окно в праздник», их заняло 4-е место. За бумажные сказочные снежинки, елки и олени жители области голосовали на портале «Наш Север». Это, конечно, было очень неожиданно. Мне друзья позвонили, сказали, ты вообще в курсе, что у тебя там 5 лучших работ выбрали, ты там в списке. Я, конечно, была удивлена. Ну, это было безумно приятно, когда нас пригласили еще на встречу. Это вдвойне приятно. Ребенок просто счастлив. Конкурс был организован в области уже второй раз. Чтобы принять участие в праздничном соревновании, достаточно было разместить фото декорированного окна в соцсетях. Самыми активными стали мурманчане, а также жители Печенского района. С одной стороны, самим радостно. С другой стороны, вот по городу едешь, причем разные, в разных населенных пунктах я это вижу, это классно. И ты видишь вот эти яркие точки, яркие пятна. И это, честно сказать, гораздо душевнее, чем когда власти делают что-то в городе. И за это низкий поклон. Спасибо огромное. Авторы лучших работ получили подарки из рук губернатора. Кроме того, экспертной комиссии конкурса отмечены еще 255 северян. Все они получат приз «Брендированный свитшот на севере жить».